Сегодня хочу обратить ваше внимание на проект Tor Corporation. Обязательно заинтересуйтесь им, потому что он может дать вам неплохой, а очень даже хороший профит. Значит, суть этого проекта в парамайнинге. Кто не знает, что такое, вкратце объясняют. Когда ваши монеты просто-напросто лежат под процентами бесконечными. Значит, здесь все на самом деле легко. На главной страничке сайта вы видите дорожную карту, что очень и очень важно, и меня она, если честно, радует. Значит, в конце 2018 года проект запустился, работал. Разработка приложений, далее у нас собственный блокчейн будет разрабатываться уже совсем скоро. Далее у нас запуск внутреннего обмена на сайте на данном. А также у нас будет открытие офисов, потом распространение проекта в принципе по всему миру. Сейчас о нем знает только, наверное, СНГ. И также будет у нас интеграция с дебетовыми картами. В общем, неплохо, потому что у других проектов с промайнингом нету вообще ничего. Мне этот проект зашел, и вот почему. Значит, смотрите. Регистрируйтесь по ссылке в описании. Видите, вот такой кабинет. У вас здесь будет одна монетка. Чисто для того, чтобы вы увидели, как вам будет капать вот этот парамайнинг. Вот эти 300 тысяч монет я купил за 5 минут на бирже Waves. Это где-то $18. То есть, видите, да, какой у меня заработок. 2300 в день. И это не все. Сейчас я расскажу, как можно тут еще зарабатывать. Значит, также здесь у нас есть и другие криптовалюты, а также фиатные валюты. Их вы можете также делать депозит. На какой-то определенный период времени они замораживаются, и в конце срока вам с процентами все возвращается. Что тут у нас еще есть? Прикольная штука. Радио. Прикольная, с такой музыкой диджейской, прям по мне. Очень удобно и, ну, прикольно. Но это не главное. Значит, вот он, Tor Score. То есть внутри здесь уже можно будет обменивать эти монетки, покупать эти монетки. Пока что торгуются на трех биржах. На NUIS от Exchange это малая ликвидность. А вот на Waves больше всего у нас торгов. И опять же таки, что хочу заметить. Сейчас цена прям очень сладкая. Прям вот просто супер, а не цена. А начиналось все, сейчас скажу. Начиналось все где-то с 5 копеек вейвса. 5 копеек вейвса, сейчас 1 вейвс, $1. Вот, и цена падала. Ну, понятно, почему она падает. Потому что здесь парамайнинг, потому что здесь бешеные проценты. Но, тем не менее, обратите внимание, цена в какой-то момент, хоп, вот так вот, росла, падала. За счет чего это происходит? Да все просто, на самом деле. За счет новостного фона. То есть выходит какой-то новый продукт, да, там вот я объяснил вам по дорожной карте. И в принципе цена должна расти. И за счет того, что сейчас цена прям на самом днище, я в принципе рекомендую сейчас закупить этих монеток. Скоро будут очень сильные обновления, и цена должна в принципе идти вверх. Кроме того, поскольку в данный момент сейчас эта монетка привязана к Waves'у, то я думаю, летом будет весь крипторынок расти. Вот. Ну и Waves, конечно, будет расти. То есть, помимо того, что эта монета может сама по себе вырасти
от какой-то новости, да? Помните еще о курсе всего крипторынка, в частности монеты Waves. Вот, все просто. Регайтесь на Waves Exchange. Можно онлайн, можно приложение скачать. Заходите сюда и пополняйте баланс в Waves. Через BestChange, в принципе, можно это сделать. Обменник BestChange. То есть отдаете, грубо говоря, Kiwi, получаете, ищите Waves. Где он тут? Вот он, Waves. И отсюда свой кошелечек берете. Вот, и потом обмениваете. Так, смотрите, еще купить можно у них в чате. В чате. Здесь я видел админа. Он такой, типа, говорит, давайте я куплю. Ну, в общем, все ссылочки оставлю в описании. На чат в том числе можете зайти и поспрашивать. Там, по-моему, немножко выгоднее будет. Но лучше, конечно, проверить цену на бирже. Вот я выставил в нижний стакан, у меня, в принципе, быстро достаточно выкупили. Вот, не стал я с верхнего покупать. То есть, вот так вот. Далее у нас идет, что заработать можно на буксе. И мне особенно пригляделось баунти. Ну, букс, обычный букс, задание выполняете, какую-то копеечку получаете. Вот. Далее, баунти программа у нас очень интересная. Необычная и очень простая. Значит, здесь задания такие. Нужно сделать пост, разместить на страничке, закрепить его, поставить аватарку на социальной сети данного проекта. То есть копируйте этот значок, да, где-нибудь ищите в интернете. И на аватарку себе его клеите. Вот. И вам сразу же начислят какие-то деньги. И помимо всего прочего, каждый месяц еще будут дочислять и дочислять, если вы не будете откреплять закреп, да, который разместили пост, или не будете убирать аватарку и так далее и тому подобное. В общем, пока заданий немного, но в принципе этого достаточно. Вот. Этого достаточно, и это достаточно прибыльно. Вот так я скажу. Очень прибыльно. Вот. Ну и буксик. Буксик тоже имейте в виду. Вот такой вот проектик. Надеюсь, вам понравится. Вот это, сейчас скажу, 300 тысяч я пополнил где-то часа 3 назад. За это время десятка у меня накапало. Вот так вот, ребят. Спасибо за просмотр.